Привет! Сегодня я поделюсь впечатлениями от мотоблока Zuber MTB300, который в последнее время вызывает немало обсуждений. Это модель от известного бренда, заявленная как универсальное решение для любителей садоводства и фермерства. Проверим, насколько она эффективна в работе и удобна в использовании. Погнали! Внешний вид мотоблока действительно поражает своей функциональностью. Начнем с того, что кронштейн для крепления навесного оборудования и шкив отбора мощности открывают широкие возможности для использования разнообразных агрегатов. Представь, можно легко присоединить снегоуборщик или роторную косилку, что делает этот мотоблок настоящим многофункциональным помощником. Универсальная сцепка – это еще один плюс. Она позволяет без труда адаптировать различное навесное оборудование под твои потребности, что невероятно удобно. Касаемо управления, рукоять с возможностью регулировки по вертикали действительно делает процесс управления мотоблоком более комфортным. Ты можешь настроить ее под свой рост, что снижает усталость при работе. Защитный кожух – это забота о безопасности, он ограничивает доступ к вращающимся частям. И это важно, особенно когда речь идет о таком мощном устройстве. Большие пневматические колеса – это гарантия отличной проходимости. Мотоблок будет стабильно чувствовать себя как на ровной поверхности, так и в условиях пересеченной местности. А вот складываемые и регулируемые рукоятки в сочетании с транспортным колесом значительно упрощают эксплуатацию, транспортировку и хранение мотоблока. Это особенно актуально, если у тебя ограниченное пространство для хранения. И последний, но не менее важный аспект. На корпусе предусмотрен щиток, который защищает оператора от попадания земли и других мелких частиц. Такой мотоблок не только мощный, но и продуманный до мелочей. И не забудь заглянуть в описание под видео, я оставил там полезные ссылки и скидочный промокод для выгодной покупки. Особенности этого мотоблока действительно заслуживают внимания. Начнем с того, что он надежный и маневренный, что делает его идеальным вариантом для работы на приусадебном участке. При рыхлении и культивации почвы – это крайне важные качества. Мощный четырехтактный двигатель – это сердце мотоблока. Он обеспечивает надежность и долговечность в эксплуатации, что крайне важно для тех, кто планирует использовать его регулярно. Две скорости вперед и одна назад значительно облегчают работу на разных типах почвы. Ты можешь выбрать скорость в зависимости от условий работы и с легкостью справляться с задачами. Чугунный шестереночный цепной редуктор с закаленной шестигранной осью гарантирует долговечность и надежность работы механизма. Это детали, которые часто испытывают большие нагрузки, и их прочность критически важна. Самозатачивающиеся закаленные фрезы из конструкционной стали – это гарантия того, что культивация будет эффективной даже на твердой почве. Они остаются острыми дольше, что снижает необходимость частой замены или заточки. Клиновидный зубчатый ремень в приводе культиватора обладает повышенной износостойкостью. Это означает, что тебе не придется часто заменять ремень, что сэкономит время и деньги. Регулируемый сошник, который надежно фиксируется к раме культиватора, позволяет регулировать глубину вспашки. Это очень удобно, когда нужно адаптировать инструмент под конкретные задачи. Закаленные фрезы, закапывающиеся на полную глубину, обеспечивают не только эффективную культивацию, но и способствуют легкому продвижению мотоблока вперед. Это делает работу с ним менее утомительной и более продуктивной. Я внимательно изучил отзывы владельцев и выделил основные преимущества и недостатки этой модели. Минусы. Воздушный фильтр без масляной ванночки. Ремень задевает об деталь. Дорогое навесное. Краска отковыривается ногтем. Плюсы. Качественная сборка и комплектация. Мощный. Нешумный. Четырехножевые фрезы. Нетяжелый. Простая сборка для технаря. Заводится без проблем. Можно установить колеса от Жигулей. Быстрый запуск. Ну вот и подошел к концу наш обзор. Не забывай, что в описании под этим видео ты найдешь полезные ссылки и скидочный промокод, чтобы сделать твою покупку еще выгоднее. Очень интересно будет узнать твое мнение об этом мотоблоке, так что пиши в комментариях, как тебе он и что думаешь о его возможностях. Если тебе понравился этот обзор и ты хочешь видеть еще больше интересных и полезных видео, подписывайся на канал и жми лайк. Это мотивирует меня на создание новых обзоров для тебя. До скорых встреч и помни, что выбирать товары вместе всегда интереснее.